Тамара Носова, королева комедии. «Карнавальная ночь», «Женитьба Бальзаминова», «Свадьба в Малиновке», «Здравствуйте, я ваша тетя». Можно было только позавидовать и личной жизни Тамары Носовой. Она меняла мужей, официальных и гражданских. У нее были поклонники, она нравилась почти всем. Одно время жила с мужем-дипломатом в Австрии. Матерью актриса так и не стала. Боялась, что дети помешают ее прекрасной жизни. В 90-е годы карьера актрисы закончилась. Носова попала под сокращение в театре киноактера. Съемки прекратились. Мужчины тоже перестали обращать на нее внимание. Годы брали свое. Тамара Макаровна уединилась в своей квартире и перестала появляться на людях. Чтобы не умереть с голоду, бывшая кинозвезда искала еду на помойке и ходила обедать в столовую для малоимущих. Ее квартира была полна мусора, везде сновали крысы и тараканы. Так, среди грязи, в полном одиночестве, Тамара Носова и скончалась в возрасте 79 лет.